В Самаре продолжается череда субботников. На борьбу за чистоту выходят трудовые коллективы предприятий областного центра. Вместе с нефтяниками на уборку вышла и наша съемочная группа. Дружным коллективом на борьбу с мусором Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод традиционно проводит субботники не только на своей территории, но и в родном Куйбышевском районе. Мне кажется, это вообще мероприятие, оно в принципе для каждого человека, в первую очередь для него полезно, потому что поубиравшись, немножко убрав мусор этот, он в следующий раз, наверное, сам меньше будет мусорить и наносить вред окружающей среде. С инвентарем проблем нет. Грабли, лопаты, спецтехника для вывоза мусора. Завод позаботился обо всем. Такие субботники – ежегодная и далеко не единственная экологическая акция. Вот сегодня одно из мероприятий акции, всероссийской акции «Зеленая весна». Мы многолетние участники этой акции. И под свежий воздух, с хорошим настроением, с коллегами встретиться за таким прекрасным делом, как убраться на территорию, прилегающей к заводу, мне кажется, это очень замечательно. В ближайшее время сотрудники предприятия займутся посадкой деревьев в Куйбышевском районе Самары. Также заводские экологи организуют «Елка-фест», в ходе которого специалисты научат школьников правильно сажать ели и ухаживать за ними. Кирилл Козин, Виктор Соколов. Новости губернии.